У медицинскія установы Магілёўшчыны атрымалі размеркаванне амаль 3 сотні маладых урачоў. Яны прыедуць практычна ва ўсе раёны. Сёлета ў наш рэгіён медыцынскія ВНУ накіравалі больш сваіх выпускнікоў, чым летась. Маладыя спецыялісты прыступаюць да працы. У Клімавічы па размеркаванню прыехалі 6 урачоў. Яны настроены аптымістычна. Как дела твои? Нормально. Ничего не болит? Нет. Ничего. Ну и хорошо. Алена Чарнова, малады педыятр, лёгка знаходзіць агульную мову са сваімі маленькімі пацыентамі. Яна літаральна днямі прыступіла да працы ў дзіцячай кансультацыі. Я самародам из Костюкович, училась в Витебском медицинском университете, по распределению приехала в Клімавічы. Адказнасць за дзяцей і іх здароўе вялікая. Алена прызнаецца, што пачынаць было страшна. Яна хвалявалася, але першае ўражанне станоўчае. Пациент здоров. Сама Алена уладкавалася ў інтэрнаце, яна павінна адпрацаваць у Клімавічах 5 гадоў. Яна не лічыць гэта цяжарам, таму што сама родам з маленькага райцэнтра, а не з вялікага горада. І самая галоўная праца ёй падабаецца. Все приходит с опытом. Конечно, сейчас, пока я только начинаю свою работу, конечно, может быть, мне немножко страшновато, но тем не менее, есть у меня старшие коллеги, к которым я всегда могу обратиться, поэтому все хорошо. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Артемий Асмаловский, врач-терапевт у отделения больницы, лечит в основном людей поважанного возраста. Пациентки хвалят его. Не всем получается угодить. Работа наша непростая. Однако похвалы в свой адрес приходится слышать. В конце концов, ради этого мы работаем. Сам доктор – уродженец Клімавічаў, так что ён после учебы вернулся до дома и своей семьи самыми приемными почуттями. Ён імкнецца по-доброму ставиться до людей, не глядячи на розницу во узросте, тому что у думках часом ставить себе на их место. Сначала ощущение, как будто тебя бросили в омут, это все тяжело, непривычно. Однако со временем начинаешь проникаться работой, начинаешь ее любить, начинаешь уважать своих пациентов, начинаешь интересоваться их самочувствием. То есть, грубо говоря, сливаешься со своей работой и начинаешь принимать ее за часть своей жизни, а не за какие-то обязательства. У Клімавіцкай больницы лічаць, что змена поколения у профессии – это добрая справа. И старейшие коллеги заўсёды імкнуцца дапамагчы молодым специалистам. Поэтому девиз какой вливаться в коллектив и работать по той специальности, по которой в жизни избрали. Причем довольно достойно. Илона Иванова, Миколай Соболев, Новини регион.